Ваш любимый город, город солнца. Ой, как же у вас здесь хорошо, мои дорогие. Девчонки, ну вы знаете, что я хотела вас спросить? Вот вы помните стихотворение Сергея Есенина? «Ты жива еще, моя старушка, жив я, привет тебе, привет». Помните, да? Да. Вот это же. «Что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шишуне». Так вот, хочу вам сказать, что на момент написания этого стихотворения старушке было 46 лет. Представляете, сейчас в 46? Это же девчушка-попрыгушка за рулем к бойфренду понеслась, в мини-юбке на бедре татушка, и рожать впервые собралась. А знаете, сколько было няне Пушкина, Арине Родионовне, когда он написал: «Что же ты, моя старушка, приуныла у окна, или дремлешь под жужжание своего веретена?» Арине Родионовне было 52 года. У меня подружки 52. Так она дремлет со своим фитнес-тренером, которому 35. Три раза в неделю. Она в спортзал даже не заходит. Она сразу к нему в подсобку бежит. Говорит: «Ну а что делать? Я так быстрее худею». Ну а он-то думает, что она малолетка. Он лица-то ее не видит. Она все время в маске. Она каждый день молится: «Господи, продли карантин». Ой, девчонки, а я всю жизнь как белка в колесе. Дом-работа, работа-дом, стирка, уборка, готовка. Ой, думаю, ну когда же я отдохну-то, а? Думаю, ну ладно, пойду на пенсию, буду как наши бабульки. Сидеть на лавочке у подъезда и всех молодых девок проститутками обзывать. Что вы думаете? Пошла на пенсию. Прям в первый день прищепурилась, знаешь, оделась, накрасилась, вышла. Села у подъезда, сижу, жду. Смотрю, какая-то баба идет, лет 40. Вся в сумках, знаешь, обвешанная пакетами. Посмотрела на меня, говорит: «У, проститутка». Я думаю, слушай, значит, молодо выглядит это как батарейка. С одной стороны плюс, с другой стороны минус. Я недавно в автобусе ехала, и вдруг смотрю, заходит злющая старуха. Смотрит на меня, говорит: «Чё расселась? Уступил бы место бабушке». Я пригляделась, говорю: «О, Валюха, ты что ли?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Валюха, я ж тебя в 5-м классе в пионеры принимала. Галстук тебе повязывала». Она смотрит на меня, говорит: «Надюха, это ты?» Я говорю: «Я». Она говорит: «Вот, ты мне так туго галстук завязала, что я его до сих пор развязать не могу. Поэтому такая злющая». Ой, мне моя психолог говорит: «Надюшка, ты знаешь, ой, женщина даже в 70 лет должна жить в полной семье. А полная семья – это когда и муж есть, и любовник». О как! Девочки, а я считаю, делай, что хочешь. Ой! Главное, чтобы жить хотелось. Сейчас у нас столько новых возможностей появилось, столько средств. Вон у меня соседка, знаешь, заболела. У нее ноги прям совсем не ходили. Ей посоветовали купить гель «Сила Собчак». То есть это лошадиная сила. Ну, слушай, она, значит, намазалась. Через неделю уже бегала, как конь. Прибежала ко мне, я говорю: «Слушай, что будешь есть? У меня голубцы и плов». Она говорит: «Сено!» И ржет, как лошадь. Девочки, а вы вот видели, сейчас в аэропортах, в торговых центрах поставили вот эти массажные кресла японские. Ну, суешь 100 рублей, и это кресло начинает
тебя, обжимать, ой, гладит, массирует, девчонки. Я от этого кресла за 5 минут больше ласки получила, чем от своего мужа за 30 лет совместной жизни. Слушай, там еще есть 4 мощности обжима. Сильный, слабый, дембель и Федор Конюхов после 5 лет кругосветного одиночного плавания. Девочки, это мой самый любимый обжим. Даже пробирает до костей. А тут недавно, слушай, зашла к своему соседу, тоже пенсионер. И вдруг мне навстречу выходят 3 близняшки. Прям на одно лицо. Я говорю, слушай, у тебя что, тройня? Он говорит, да нет. Это жена, мама и теща. Они все к одному пластическому хирургу ходят. Он их по одной выкройке всех перешил. Тут выходит 4-я близняшка. Я смотрю, говорю, а это кто? Он говорит, а это мой папа. Он от коллекторов прячется. Это он кредит в банке брал на их операции. Девочки, короче, в наше время главное – оптимизм. Он у меня подруга, всю жизнь в ночном клубе работает. Ну, этой стриптизершей. И тут бац! Пенсионный возраст повысили, ты представляешь? И ей теперь до 60 лет вот на этом шесте мотыляться. Ну ничего, она придумала, девчонки. Утеплила этот шест оренбургским пуховым платком. Слышь, связала себе стринги с начесом до колен. Ага, намазывается вольтареновой мазью с блесками. Включает погромче музыку, чтобы не слышно было, как суставы хрустят. И такое на этом шесте выделывает. Правда, ей в стринги не рубли суют. А знаете, брусничное варенье, мед, облепиху. Недавно целые стринги навалили сушеных грибов. Мы с ней грибной суп сварили. 3 дня ели за уши, не оттащишь. Ой, мне внуки говорят, бабуля. Я говорю, чего? Они говорят, бабуля, у тебя скоро юбилей, 70 лет. Что тебе подарить? Я говорю, внучат, вы знаете, ой, я всю жизнь мечтала прыгнуть с парашютом. Подарите мне абонемент. Старший внук говорит, бабуль, ты что, с ума сошла? Это же дорого. Ты и так скоро там бесплатно на небе окажешься. Я думаю, да. Возраст есть возраст. Ой, ну, фасад может быть и свежий, а фундамент еще при Хрущеве делали. Да, девчонки, я уже не могу сидеть на шпагате. Но зато я могу сидеть с младшим внуком, чтобы моя старшая дочка на работу вышла и за ипотеку рассчиталась. Да, я уже не могу, как гимнастка, сделать колесо. Но когда мой младший внук засунул себе в нос вишенку и стал задыхаться, я его помчала на машине к врачу, по дороге проткнула колесо, уже ночь была, никого на дороге не было. Так я сделала это колесо, одна, без домкрата. И самое обидное, что когда мы прибежали к врачу, внук чихнул, вишенка выскочила, и он мне говорит, «На, баба, угощайся!» Девчонки, главное – это хотеть жить.
Понимаешь, ну что моя подруга все время жалуется? Ноги болят, спина болит, зрение падает, мелкое не вижу. Я говорю, слушай, ну что ты все время жалуешься, а? Ну пенсию свою видишь? Она говорит, да. Я говорю, ну и что врешь, что мелкое не видишь? Спина болит, у меня тоже болит, но я же хожу на аргентинское танго. Алам. Пам, та-ра-ра-ра-рам, пам-пам-пам. Ой, ха-ха! Все думают, что это страсть, а это радикулит. Ой, вы знаете, я что думаю, что к возрасту надо относиться с юмором. Мы вам, когда с нашими девчонками соберемся, знаете, какие песни поем? Бабушки, 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 старушки, Прохора, Шаляпина, мы лучшие подружки. Ой, к нам в поликлинику пришел новый участковый, а мою карточку, как назло, потеряли. Ты представляешь, все 4 тома. И мне пришлось ему пересказывать все болезни, которыми я переболела за 70 лет. На 6-м часу пересказа он меня попросил заткнуться. А я нет, я не заткнулась. Я ему все рассказала. Как у меня был насморк, и мне лечили его электрофорезом. И вместо 5 вольт включили 220. У меня чуть нос не обуглился. Как я рожала в медпункте в сельском. И врач у меня принимал пьяный ветеринар. И в карточке он написал: «Опорос слабый, всего 1 поросенок». Как-то меня после операции по ошибке вместо палаты в морг отвезли. Слышь, и я там проснулась, ничего понять не могу. Прихожу на этот пост, говорю: «Ребят, вы что вообще? У вас там в палате такая холодрыга, все синие лежат». Участковый заплакал и в графе «фамилия» написал «терминатор». А в графе «возраст» – «Кощей бессмертный». Вы, говорит, у нас баба Надя, птица Феникс, которая каждый год возрождается из пепла. А я на него посмотрела и говорю: сынок, да у нас в России любая баба после 50 – птица Феникс. Да у нас таких птиц Феникс во дворе целый птичник. И вот бывает вечерами, когда уже все внуки уложены, все сказки рассказаны, все носки довязаны, все лайки в одноклассниках поставлены, собираются такие птицы Феникс стайкой. Распушат свои седые редкие перышки, да как защебечут: девочка, танцуй всем годам назло, плачь, люби, рискуй, возраст лишь число, коль вопрос возник, быть или не быть, надо каждый миг эту жизнь любить. Девчонки, давайте вместе! Девочка, танцуй всем годам назло, плачь, люби, рискуй, возраст лишь число. Коль вопрос возник, быть или не быть, надо каждый миг эту жизнь любить. Девочка, танцуй всем годам назло, плачь, люби, рискуй, возраст лишь число. Коль вопрос
вопрос возник, быть или не быть, надо каждый миг эту жизнь любить. Девочка, танцуй. Где Коля Басков, да? Ой, еще, мои дорогие, спасибо большое, я очень тронута. Спасибо! Представляем вашему вниманию музыкальный юмор. Начнем с лирической композиции. Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет под венец девчонка, девчонке 17 лет. Танцы в самом разгаре, невеста бросает букет. Гости ее окружили, и гаснет в столовой свет. Чужие губы тебя ласкают, чужие люди лезут к тебе. Ты никогда не забудешь свадьбу 2010 в родном селе. Песенка про конфуз в американской армии. Для укрепления общей сноровки мы проходили азы маскировки, но как-то нелепо раздали нам форму черную белым, белую черным. По переулкам бродит быдло, солнце льется прямо с крыши. А ты стоишь на остановке, у киоска ты стоишь. Они идут к тебе навстречу, они кричат: бабло давай. А тебе на быдло пофиг, ты Валуев Николай. Папа может, папа может все что угодно: красить, строить, чистить, гладить, рубить, пилить. Папа может, папа может быть кем угодно, только папе надо налить. Убежал я из дома, мне 38, я дурак. Сейчас будет песенка про очень быстро развивающиеся отношения. О тебе узнал я во вчерашнем странном сне, а сегодня ты с вещами переехала ко мне. Папа просто в шоке также моя мать. Ты скажи хотя бы, как тебя звать, блин. Я на солнышке лежу, и на солнышко гляжу. Все гляжу и гляжу, и сетчатку нахрен жжет. Пора, 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 дурак. Собираю марки, да бабы видно нету. Песенка про апогей малобюджетного корпоративного праздника. Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Весь аванс ушел в салют.
Песенка про ДТП. Не надо печалиться, ведь ты впереди. Вызывай ДПС, знак выставь и жди. Если видишь ты, как грабят круглосуточный ларек, или видишь, как у тети отнимают кошелек, или видишь ты, как ножик показался из груди, это значит, ты свидетель, развернись и уходи. Женская песня. На теплоходе мужа избивают, а я стою, смотрю на берегу. Стою, смотрю, аж сердце замирает. Жаль, что принять участие не могу. Пусть нету Никола и ни двора, зато не платим никому налоги. Работники ножа и топора. Мы ждем вас, хирургия у дороги. Скажите, пожалуйста, а почему так дешево? Всего 10 тысяч рублей за 2 недели в Турции. Ну, просто сейчас у нас проходит рекламная акция. 2 недели в Турции за 10 тысяч рублей. Кстати, очень выгодное предложение. Да. Прошу прощения. Да, я вас слушаю. А что вы так кричите? Да? А что вы хотели за 10 тысяч? Думали на халяву в рай попасть? Простите, что вы говорили? Ой, я говорю, такие красивые фотографии. А это действительно 5 звезд? Ну, конечно. Самая настоящая пятерка. Я бы даже сказал, 5 с плюсом. Да. И заметьте, это всего лишь за 10 тысяч. Да. Прошу прощения. Да, я вас слушаю. А что вы так кричите? Я обещал 5 звезд. На фотографиях был другой отель. А что вы хотели за 10 тысяч? Думали, что вас в Хилтон поселят? Простите, что вы говорили? Ой, а вот скажите, пожалуйста, а там действительно все включено? Ну, конечно. Ранний завтрак, поздний завтрак, обед, полдник, ранний ужин, поздний ужин, плюс холодные закуски всю ночь. Ой. И заметьте, это всего лишь за 10 тысяч. Да. Прошу прощения. Да, я вас слушаю. А что вы так кричите? Кормят только утром. Всего 1 час, и всем еды не хватает. Так вы с вечера очередь занимайте. А что вы хотели за 10 тысяч? Меньше жрать надо. Простите, что вы говорили? Ой, а вот скажите, пожалуйста, а вот спиртные напитки тоже бесплатно? Ну, конечно. И турецкие, и европейские, и все, что пожелаете. Ой.
Причем круглосуточно. Да. И заметьте, это всего лишь за 10 000. Да. Прошу прощения. Да, я вас слушаю. А что вы так кричите? Отравились коктейлем сомнительного производства. А что вы хотели за 10 000? Нормальные люди спиртное с собой везут. Меньше пить надо всякую дрянь. Простите, что вы говорили? Ой, а вот еще скажите, пожалуйста, а вот море, море рядом с отелем? Ну, конечно. Ой. Первая линия. Да. Буквально рукой подать. Ой. И заметьте, это всего лишь за 10 000. Да. Прошу прощения. Да, я вас слушаю. А что вы так кричите? Рядом с отелем нету моря. А что вы хотели за 10 000? Вы уже неделю там отдыхаете и только заметили, что рядом нет моря. Меньше пить надо коктейли сомнительного производства. Простите, что вы говорили? Ой, вы знаете, я просто не верю своему счастью. Ой. И заметьте, это всего лишь за 10 000. Да. Ну так как, оформляем? Да ну конечно, спасибо вам большое. Ну в таком случае, пожалуйста, в кассу и приятного вам отдыха. Спасибо, да. Спасибо. Алло, Леночка, оформите еще одну путевочку девушке. Да, и подготовьте документы о банкротстве. Что? Какие 800 человек? 5-е сутки сидят в турецком аэропорту. Мы не оплатили обратную дорогу. Ничего, как-нибудь доберутся. Ну а что они хотели за 10 000?